нами красиво оформленный документ, но в нем есть несколько недостатков. Например, здесь обрезалось сверху насрочные знаки. Почему обрезались? Потому что задано слишком маленькое место. Exactly 68. Давайте посмотрим. 74. Мало. Надо увеличивать. То есть можно попробовать просто сингл. Да, более чем сингл. Значит, надо посмотреть. По-моему, я в предыдущий давал двойные данные по бокам. Можно проверить. Да. Я давал двойные данные по бокам. Исправили первые недостатки. Значит, здесь или здесь, и здесь, или не там, не там. Вот. Значит, здесь, так как место позволяет, мы пока можем доставить побольше, чтобы внизу можно было писать, потому что понятно, что основной комментарий будет именно здесь. В общем, я бы оставил побольше места. Было где писать над и под, ну вот вполне себе можно так позволить, вот. Чтобы было, то есть пока у нас нету перевода, у нас есть место, можем оставлять много места вокруг. Ну вот, то есть чтобы можно было подписывать, не надписывать. Что есть вариант Дэйвен, но мы, пожалуй, мы пренебрежем. Так, мы можем поставить здесь insert page break, разрыв страницы. Так, собственно все, сохраняем. Что у нас название воспевания имен, вот так мы называем, так его файл называем, воспевание имен. Вот, выключаем, ну и смотрим, все ли нас устраивает. То есть здесь стиль применен правильный, широко, красиво. Вот, дата правильная, версия прекрасная. То есть маленькие проблемы здесь. Это будет красивее, чтобы не наползал. Сместился. Вот.
отлично. Вот и все, что нужно было поправить. Теперь можно генерировать PDF. File print. Ползи PDF printer. И готово. Спасибо.